Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня у нас с вами я, Катя Мирошниченко, и сегодня у нас с вами рабочий эфир, тема дизайн. Еще раз напомню, на позапрошлой неделе или на прошлой неделе был эфир по классике, по моделированию. У нас их проводится меньше, чем по дизайну, но все же. И сегодня хочется использовать минимум материалов только в рамках одной техники. И для этого сегодня предлагаю вам попробовать стемпинг и никаких доп. Материалов. Вот только в рамках стемпинга. Напомню, что у нас вышли вот такие лаки. Они долгожданные были, в том числе и для меня. Неоновые. Обещаю, к осени выйдут обязательно еще нюдовые. И тем самым, я так думаю, что такая вот базовая линейка по стемпингу, она будет более или менее сформирована. Вот сейчас есть классическая линейка, да, там белый, синий, красный, черный, зеленый, желтый. И вот сейчас вышло еще 5 оттенков. Здесь вот прям такая чисто неоновая история. И если посмотреть на плотность нанесения, она у них прям очень такая прям приятная по плотности. Сейчас я вот дизайн делала. Посмотрите, сегодня предлагаю сделать разные сложности принты, когда, например, нет слайдеров, да, потому что в основном мы принты рассматриваем с точки зрения приклеивания от кутикулы до свободного края тех или иных слайдеров, да. Ну, так как у нас весна-лето, то, как правило, это цветочная история. Вот. И на самом деле можно ничуть не хуже создать эти паттерны цветочные за счет именно стемпинга. Немножко, с одной стороны, так заморочено будет сейчас. Вот. Я думаю, что вы уже видели, как я работаю в реверсивной технике. Она просто требует повторения. Чем больше тренируетесь, повторяете, тем лучше с каждым разом будет получаться. Потому что многие отметают эту технику. Кажется сложно, потому что действительно это же лаки у нас с вами, да? Для стемпинга лучше всего использовать именно лаки, но, к сожалению, как раз лаками работать можно уметь быстро. Поэтому иногда то, что не получается, может быть по причине того, что медленно работаете, и все. Всем добрый день, всем здравствуйте. Я все равно сегодня решила выйти в прямой эфир. 2 дня был траур, и работа – это тот формат, который помогает, например, не впадать в очень сильно отрицательные состояния. Вот, поэтому я за работу, потому что только работа позволяет выходить из этих эмоциональных каких-то потрясений сильных. Для всех это, как правило, сильно может быть, а работа помогает нас чуть-чуть оттуда вытаскивать. Вот поэтому мы с вами сегодня работаем и работаем сегодня с вами над дизайнами. Сочетание будет у нас с вами коробочка. Еще раз покажу из новой коллекции весна-лето. Это основная локомотивная коллекция. Напомню, что здесь в подарок будут вот такие стикеры для телефона. Я уже не один раз делала распаковку. Вот обязательно полистайте прямые эфиры и посмотрите. Здесь, напомню, также есть наклейки, потому что наклейки у нас с вами встречаются только вот в таких локомотивных коллекциях, которые сезонные, полные, да, потому что аж 8 цветов выходит только 2 раза в год. Вот. Плюс коробочка – это всегда очень красивое произведение искусства. Она прекрасно смотрится на вашем столе, поэтому я всегда рекомендую наши коллекции гель-лаков на столе хранить в коробочках. Тем более вот последние 2 года у нас выходят вот такие коробочки поставки. У меня тоже, кстати, ребенок часть стикеров забрал, вот, но у меня все равно много осталось. На 2 точно хватит. И еще раз, сегодня тема создания принтов сложных таких, да, наполненных, не однообразных, потому что у многих в понимании стемпинг это что-то такое однообразное, одноцветное, что может быть вот так сочно, насыщенно, как у слайдеров. И здесь всего лишь у меня нет звука. Так, а у кого еще звука нет, девчонки, напишите. Все хорошо со звуком. Дарья Короткова, вам просто нужно перезайти. Предлагаю сегодня сделать из новой коллекции сочетание. Одно
с использованием голубого цвета, а второе с использованием персикового цвета. Третье, мы сделаем такой же сложный вариант, усложним, мы сейчас будем по мере каждого типса усложнять. Мы уже вот сделаем с градиентом. Итак, первый самый простой вариант, это когда мы делаем просто однотонное покрытие, и цветность принта будем передавать за счет того, что будем слой наносить принт. А потом перейдем с вами к технике реверсивной. Да, когда мы раскрашивать начинаем, она более замороченная, трудоемкая, но создает очень прикольные варианты. 373. Дальше мы наносим с вами по желанию. Я все время говорю по желанию, потому что, например, мои технологи и преподаватели, они, например, этого не делают. Я упорно перед тем, как делать стемпинг, наношу Теклос. Вот у меня такая любовь. Я люблю работать вот в такой последовательности. Я не люблю обезжиривать цветной гель-лак, чтобы сделать стемпинг. Ну, вот не нравится мне. Поэтому я все равно упорно наношу, видите, Теклос перед тем, как делать стемпинг. Но это по желанию. Да, получается, видите, необычное сочетание. Вот правильно Ольга Дианова подметила. Вот с одной стороны цвета у коллекции, они и не сильно вырви глаз, да, хотя есть пара оттенков прям чистые. И когда мы их сочетаем с неоновыми цветами, получается очень вот как-то необычно, да. Получается пастели, не выбеленные и не классические яркие цвета, но рисунок яркий, сочный, чистый, неоновый. Вот мне тоже нравится это сочетание. Еще раз сейчас покажу, что сегодня у нас с вами будет. Сейчас будем работать с вами в разных техниках. Самая простая – это когда мы просто берем с вами набор принтов и послойно их наносим. Так как сегодня история у нас цветочная, поэтому я взяла новую пластину. Здесь есть и принты, и отдельно выделенные элементы. Предлагаю взять вот такой вот мелкий набор рисунка. Так, сейчас мы почистим. И просто, вот так вот, не заморачиваясь, в один цвет наносим мелкий рисунок. Уже такое, знаете, необычное сочетание. Цвет классический голубой, а рисунок, видите, неоновый. Вот уже необычно. И к нему мне очень нравится, видите, вот пастель голубая классическая, салатовый неоновый и неоновый розовый. Получается очень интересное сочетание. И вот сейчас мы уже с вами проходим, не полностью делаем принт, а выборочно. Здесь есть, можно цветки взять отдельные, а можно составить из самого принта. Как это делается? Обязательно готовим себе вот такой кусочек скотча двухстороннего. Я не люблю работать роликами для пыли. Мне кажется, все равно так аккуратно не получится, как вы это сделаете вот таким двухсторонним скотчем. У меня всегда вот так на лампе, видите, они, кусочки эти лежат приклеенные. На тот случай, если я буду делать стемпинг. И как мы с вами делаем? Я даже, видите, уже у меня вошла привычка, я даже чищу просто тоже этими кусочками. Ну, мне так вот очень удобно. Смотрите, как это выглядит. И вот прям мне очень комфортно так чистить. Это более аккуратная работа получается. Поэтому всем рекомендую вот именно таким образом делать выборочные элементы. Все, и сделали второй слой. Здесь можно еще взять акцент на точки сделать.
Я, смотрите, что стала делать. Я вот не заморачиваюсь. Понимаю, что это лак, да? Это не краска гелевая. Это лак, лаковая краска, да? И я беру ее все равно и ставлю ей вот такие маленькие серединки. Просто сильно жирно не делайте, чтобы все-таки просохла эта вся история. Тут он так деликатно, не перегружено по композиции. Получается вот такой вот насыщенный цветной принт, понимаете, неоднообразный. Хотя использовали всего лишь просто послойное нанесение. Предлагаю покрыть глянцем. Посмотрите, всегда матовый топ чуть-чуть глушит цвет. И с одной стороны это даже неплохо, да, если сильно яркий такой, знаете, принтованный рисунок получился. Так, это... Сейчас, секундочку, ворсинку уберу. Как раз посмотрите, как вам вот такие насыщенные принтованные варианты. Больше под глянцем или под матом? Мне больше нравится под матовым. Еще раз, потому что он глушит матовый топ. И вот как-то оно благороднее, что ли, становится. Сейчас я покажу. Вот, смотрите, вот мне больше под матовым нравится. Ожидаются ли новинки, кроме гель-лаков? Конечно, девочки, баз цветных очень много ожидается весной. Будут красивые, с таким сложным блестком. Я блестки очень красивые нашла. Я еще осенью об этом рассказывала. Нашла новых поставщиков по колерам, по блесткам. И получится очень красивые цветные базы для скоростного моделирования. Вот. И неоновые такие яркие оттенки тоже баз. Поэтому новинки, да, ожидаются. Два лосьона новых очень классных появилось. Я вот сейчас себе взяла девятку. Это запах Нина Ричи. Я сама пользуюсь духами Нина Ричи 23 года. И вот маркетинг, они решили для меня сделать лосьон. Вот. И так как я знаю, как пахнет лосьон у Нина Ричи, и я считаю, что у нас получилось сделать очень достойный альтернативный вариант запаха. Вот, мне очень нравится. Это теперь мой любимый лосьон номер 9. Так, теперь давайте усложним с вами задачу и сделаем уже вариант, когда у нас и принт на весь ноготь идет, и реверсивный стемпинг. Здесь мне нравится такое сочетание, тоже необычное. Это когда мы с вами делаем персик. Я прежде чем, кстати, вот показывать сочетание, посидела, прям поэкспериментировала. Кучу ложек испортила. Потому что, знаете, не все варианты в сочетании подходят красиво. А здесь вот прям я сидела и смотрела, какая гамма хорошо будет дружить с фоном и стемпингом. Поэтому второй вариант мы усложняем. Делаем мы его на новом цвете персика. Цвет года, напомню, цвет года, который объявил институт цвета, это персик. Сделали персиковый цвет. Когда будет лепка? Почему мало эфиров с лепкой? Смотрите, сейчас, как бы вот я не любила делать ручной дизайн, да, вот как бы я не любила делать ручной дизайн, к сожалению, то, что я сейчас показываю на большие массы, да, в рамках бесплатных прямых эфиров, я стараюсь показывать что-то такое больше. Сейчас давайте прям буквально чуть-чуть поговорим. Мало эфиров с вами. Слушайте, ну я бы не сказала, что я мало эфиров веду. Я в неделю веду 2 эфира ВКонтакте, просто это обычно вторник и пятница, вот. Но так как мне нужно сегодня вечером уехать в другой город, поэтому сегодня я на этой неделе сдвинула, у меня на этой неделе понедельник и пятница, вот, потому что я же и в Инстаграм веду, и здесь я веду, плюс у меня еще есть клуб,
для которого я записываю эфиры, я записываю курсы обучающие по дизайну, где как раз много ручных вот каких-то вещей, ручного дизайна. Сейчас я просто объясню, почему на вот большие аудитории, там, где я бесплатно работаю, это прямые эфиры в основном, дается все очень скоростно и быстро, потому что тенденция сейчас такая, основной критерий – это скорость. Поэтому продукты стараются сейчас выпускать такие, что там буквально вот один шаг, и уже там красиво, например. Это камуфлирующие базы, только там цветные, плотные, полупрозрачные, с блестками, без блесток. Почему? Потому что ты в два шага там замоделировал, покрыл топом, и, в принципе, уже тебе и покрытие, и укрепление, и дизайн, в принципе, и не надо делать, понимаете? А что касается вот все-таки визуальной составляющей дизайнов, здесь то же самое. Мастера и клиенты не будут делать дизайн, если он будет занимать много времени, понимаете, вот большая часть. Поэтому то, что я показываю много здесь ВКонтакте, а я работаю здесь два раза в неделю, я считаю, что этого прям более чем достаточно, потому что здесь помимо меня еще Наташа Коклюгина по четвергам ведет эфиры, и ну как бы каждый день нет смысла здесь выходить в эфиры. Вы должны понимать, что 3-4 эфира в неделю никто столько не ведет. Вот померьте, просто помониторьте другие социальные сети, эфиры сейчас мало кто ведет, все бросили их вести. Вот, я упорно все равно, и мои девочки тоже ведут прямые эфиры. Юля Донченко по классике минимум два раза в месяц здесь выходит, ведет эфиры. Поэтому эфиров ведем много. Но они все направлены на то, что быстро, понимаете? А то, что быстро, это, как правило, вот продукты. Стемпинг, декорации, фольга, просто друг на друга. Это как бутерброд накладывается, не требует такого умение рисовать, но на выходе получаются сложно сочиненные варианты дизайна. Все, что более сложно, все дается в рамках клуба Amy Art. Это платный продукт, стоит он всего лишь в месяц 990 рублей, и там в рамках этого клуба, клуб я веду вместе с Ани Гришанковой, она тоже художник с высшим образованием, тоже чемпионка, мы с ней примерно в одно время даже в чемпионатах мира участвовали, вот, и мы там с ней создаем контент, вот, мы записываем курсы по ногтям, дизайн именно вот ручной там, и лепка есть, и лепка с пастой, и ручная роспись, разные техники, мы даем там декоративно-прикладное искусство. Обязательно раз в месяц я там записываю какую-то одну картину в разной технике. Там, это может быть акрил, это может быть объемная паста штукатурная, это может быть классическая живопись. Вот, я даю такие простые базовые техники, которые могли бы мастера маникюра трансформировать и, например, тоже как дополнительный источник дохода сделать, да, обслуживать клиентов и предлагать, например, какие-то вещи, созданные своими руками на продажу. Хедмейд. Вот, поэтому вот Ольга Дианова пишет «Клуб Огонь». Спасибо, Оля, большое. Вот, кому интересно, могу дать ссылку. Зайдите на месяц-два, посидите в нашем клубе. Это невеликая сумма, поверьте мне. За 990 рублей тот объем информации, который мы для вас даем, он несопоставим. Вот, поэтому все, что такое посложнее, рисуем, лепим именно в клубе. Здесь на прямых эфирах, чтобы удержать фокус внимания людей, даю, стараюсь что-то простое, не ручное, со вспомогательными материалами. Планируется ли выпуск пластин для джемти стеклянных цветов? Раньше были нейл-дрессы. Осенью будет, надеюсь, классная пластина. Как раз, так, знаете, чтобы создавать украшения такие интересные. Уж не знаю, как вот получится, потому что как бы теоретически уже все сделали, и макет, скоро образцы придут. Вот, потому что я хочу прям с фольгой все это делать, прям с камнями. Посмотрим, что получится. Надеюсь, будет классно. Ольга пишет, море всего крутого, атмосфера супер, я люблю клуб. Спасибо, Оля. Вот сейчас попозже тогда попрошу написать вам ссылку на клуб. Зайдите обязательно в клубе, побудьте. Просто для вдохновения. Возможно, вы из этих курсов по дизайну и не будете ничего делать. Да, но как для женщины это очень хорошая такая, знаете, психологическая поддержка.
у кого, знаете, такая стадия выгорания, возможно, да, вот чтобы не вывалиться из профессии, нужно что-то разбавлять ее творчеством. Вот, а там оно вроде ногтевое творчество и не ногтевое, и вроде как в рамках ногтевого направления. Ну, я считаю, что прям очень классно. Вот. И спасибо Ане, она помогает вести мне этот клуб, потому что большая нагрузка именно на нее, на создание контента. Вот. Я обязательно раз в месяц вместе вдвоем мы записываем какой-то небольшой курс по дизайну, обязательно у меня эфир с какой-то картиной, и у меня обязательно один эфир, посвященный модному дому какому-то, да. Вот я беру какой-то новый показ, либо из прошлого, либо вот сейчас текущий 24-й год, и отталкиваясь от него, создаем что-то ручное. Вот хотите посмотреть, что было как раз то, что открылось совсем вот недавно. Смотрите. Это был показ Balmain или Balenciaga. Я отталкивалась от модели. Сейчас прям покажу. Смотрите, какой роскошный показ. И вот мы с девочками вдохновлялись им. Я записывала эфир, специально посвященный этой теме. Видите? И в рамках этого эфира я записала вот таких три типса. Здесь, смотрите, здесь и объемная акварель, здесь и вот такие декоративные варианты, и вот такая лепка. Вот, поэтому вот лепка, смотрите. Тут спрашивала за лепку. Это вот сейчас как раз то, что недавно выгрузили в Эми Арт в марте. Вот. Это то, что модному дому посвящено было в этом месяце. В следующем месяце там будет что-то другое. Картину в марте, которую я написала для клуба. Кстати, где-то здесь. А, вот она. Картина. Вот, смотрите. Это картина, которая была в марте для вас записана. Кто клубер? Я показывала простую доступную технику. Благодаря этой технике можно создавать очень крутые работы на продажу, и при этом вам не нужно быть мастером художником. Да? Вам достаточно быть мастером маникюра, вы все это сможете сделать. Где искать эфир? Сейчас попрошу ссылку дать, девчонки. Так, я отвлеклась, да? Так, ссылку сейчас на эфир. А, Юля! Слушай, а попроси девочек ВКонтакте дать ссылку на вступление в клуб Эми Арт. Прям в эфир. Пусть напишут. Так, поехали. Теклас я нанесла. Да, да. А кто? Ну, Иру СММ. Либо Саше моей сейчас позвони. Саше. Так. Реверсивный стемпинг. Здесь первый слой предлагаю сделать зеленым, неоновым. Очень необычное сочетание вообще для персика. Мне очень нравится вот это сочетание. Так, что у нас сейчас получится? Давайте смотреть. Просто на весь ноготь зелененький делаем с вами. Снова, кстати, видите, он и с оранжевым здорово дружит, и с голубым тоже здорово дружит. И здесь очень важный момент. Прежде чем приступать к следующему слою, я первое время так допускала ошибки. Вот с реверсивным стемпингом. Я прежде чем приступать к нему, я обязательно нанесу защитный слой текласа. Промежуточный этап снова. Защищу. Видите, как защита у меня лежит сейчас на первом слое. Дальше я прежде чем приступать, беру ультрабонд. Елизавета Поздева пишет, я тоже с вами в клубе с самого начала. Это кайф для души. Да, я тоже считаю, там находиться именно для души. Вот это вот прям четко отображение, для чего это нужно. Хотя на самом деле вдохновения там много. И технически многие вещи могут вам пригодиться.
Возможно, вы себе раскроете талант к чему-то еще, кроме ногтей. И это будет сопутствовать вашу, вернее, сопровождать вашу профессию. Так, смотрите, я сейчас как клей тонким слоем нанесла на всю поверхность. Все, кладу вот так вот в стороночку, и он у меня благополучно высыхает, этот слой ультрабонда. Вот, и здесь у меня есть вот такие отдельные цветочки. Давайте возьмем самый верхний. Самый верхний. Раскрашивать мы будем неоновым желтым, а контур мы сделаем черным лаком. Вот сейчас Саша Комардина, как раз это мой помощник, сбросила вам ссылку на вступление. Зайдите в клуб, стоимость 999 рублей, просто попробуйте один месяц побыть там с нами. Там, во-первых, в записи доступны абсолютно все курсы, созданные за последние 20 лет. Вот, при желании можно прям там, знаете, взять отпуск и за месяц, ну, большой объем курсов каких-то проходить, о которых давно мечтали. Вот, в рамках клуба они доступны бесплатно. Вот, плюс вам доступны все предыдущие эфиры, предыдущие мастер-классы, которые были созданы за предыдущие сколько месяцев клуба. Где-то 7-8 месяцев клуб уже существует. И вот все, что было создано за все месяца, оно вам также будет доступно. Так, ладно. Кисточка чистенькая. Тоже надо вот так вот, знаете, вот все приготовить, чтобы ничего не мешало. А, самое главное, не почистила. Бросила сделать, не почистила. Так, на палитру лак. И здесь важно научиться, знаете, как вот дотронулась, не мазюкать туда-обратно, потому что лак начинает плыть под лаком. Поэтому движения такие, знаете, у меня дотрагивающие. Хотя вот сейчас видно, что я сорвала чуть-чуть предыдущий рисунок, сейчас проверю. Ну, в принципе, не критично. Вот, поэтому старайтесь сильно туда-сюда кисточкой не елозить, потому что начинает подниматься лак. Не бойтесь выходить за контуры. На самом деле оно как-то так смотрится, как подмалевок тогда. В общем, эта работа требует как раз небольшой от вас сосредоточенности и аккуратности. Почему не обязательно спешить? Почему не обязательно спешить? Потому что у меня нанесен ультрабонд. И благодаря ультрабонду у меня в любом случае следующий слой рисунка приклеится. Катя, планируется обновление старых записанных курсов «Китайка» и «Жёстова»? Ну, прям вот полноценно не планируется. Если есть такой запрос, Аня, например, Гришанкова и я, мы можем, например, ну, для апреля можно, или, например, для июня записать мини-курс, что-то с китайской росписью, что-то с жёстовской росписью, там 6-7 уроков. Вот. Значит, еще раз повторюсь, мы сейчас отдельно курсы не создаем. И теперь смотрите, отпечатали. Смотрите, как здорово получается. Все, и второй слой. Это готово. Почему отпечаталось, несмотря на то, что это лак? А потому что ультрабонд, он как клей работает и дает возможность оторвать высохший рисунок лака от штампика. Теперь наносите уже финальное покрытие после того, как чуть-чуть подсохнет слой лака. Где у меня тут новый прайм был, господи. А, вот он. Мой любимый топ. Сейчас это прайм. Все, второй вариант готов.
Если есть запрос на дизайны в стиле китайской росписи жостовской, нужно Ане Гришанковой сказать, и мы тогда... Она, скорее всего, часть типсов запишет с китайкой, а я часть с жостова. Потому что я обожаю жестово технику, а Аня обожает blunt stroke, да, китайскую роспись, роспись плоской кистью. Вот хорошая идея, да. Катя, подскажите, как делать кабы 3D эффект с темпингом? Блин. А, как бы. Как делать как бы 3D эффект с темпингом? Когда Аня в декрет, будет ли она успевать по клубу? Я вам открою секрет. Аня давно в декрете. Ребенку уже сколько месяцев. Вот, Аня, это же, знаете, как удаленная работа, она дома работает. Успевает все. Очень спокойный ребенок. Вот. И для нее, наоборот, это, знаете, как работа спасения. То, что она же бросила обслуживать клиентов перед декретом. Это второй ее декрет, и она очень переживала, как с деньгами будет. Вот, поэтому, когда компания Эми предложила ей быть создателем клуба, вот, для нее, наоборот, это очень классно. Будучи в декрете, она без отрыва от производства создает для клуба вещи и воспитывает маленького ребенка. Да, очень здорово. Так, ну давайте третий вариант. Мы усложняем здесь задачу. У нас здесь будет и градиент, и уже реверсивный стемпинг всего паттерна. Это чуть-чуть уже сложнее. Кто-то может не выдержать, там психануть, когда будете раскрашивать. Но здесь на самом деле просто не спеша, не торопиться. Тогда аккуратненько все получается. Так, мне очень нравится сочетание двух цветов из новой коллекции. Очень восхитительный розовый, настолько вот он вкусный, необычный. Очень прям вот я обожаю такие розовые цвета. Очень красивый розовый. И он такой правильный. Если посмотрите показы модные 2024 весна-лето, вы увидите этот красивый розовый оттенок, он один-в-один, как наш 468-й. Я сейчас не буду сильно останавливаться на градиенте, как всегда. Опять же, почему? Потому что предполагается паттерн на весь ноготь, от кутикулы до свободного края. Соответственно, если даже будут какие-то недостатки у градиента, они снивелируются. Вот. Но тратить сейчас время на идеальный градиент, когда пойдет куча сейчас дизайна сверху, нет смысла. Поэтому я всегда делаю очень такие скоростные градиенты на быструю руку. Потому что я знаю, что сейчас все это снивелируется. Нет смысла мне сейчас все это тратить. Ковыряться, сидеть, делать его идеальным. Как войти в клуб? Чуть выше я дала ссылку уже на клуб. Переходите по ссылке. Цена там 990 рублей в месяц. Так, таким же образом, смотрите, с вами проступаем. Прежде чем приступить к реверсивному стемпингу, наша задача нанести теклос. Тоненький слой наносим теклоса. Нанесли. Дальше. После того, как теклос высох, обязательно не забываем нанести слой ультрабонда. Это очень важно. Потому что у меня вот сколько раз так было, я забывала нанести ультрабонд, раскрасила все, отпечатывать начинаю и понимаю, что там нет ультрабонда. И получается, трачу время. Нужно нанести ультрабонд, просушить его. А если не досушить, рисунок может поплыть. Поэтому вы, прежде чем к стемпингу, в данном случае, в этой технике приступать, что вы делаете? Вы наносите везде ультрабонд тоненько. Он как клей здесь будет у нас. Нам клеем служить. Нанесли. Все, и он стоит у нас вот так слева в стороне и испаряется, высыхает. Вот. А я не спеша приступаю уже к своей технике. К той же самой, что я показывала до этого, но только здесь чуть сложнее, потому что нужно прям весь принт раскрасить.
Здесь я предлагаю взять, я взять возьму 16-й из новой коллекции, неоновый, а вот розовый все-таки рекомендую взять старый, классический, номер 7, пастельный. Так, и начинаю с черного, контур черный. Так, ладно, начинаем красить. Сначала давайте начнем желтенький. Я причем буду накладывать, видите, желтый внизу, там, где фон. А там, где розовый вверху, там же и цветы будут розовые. Я сейчас покажу платье из каталога, откуда я взяла для вдохновения пример. Есть мастер-класс в каталоге этого дизайна, если что. Первое время будете лак предыдущий черный сдирать. Вот пока не поймете, как дотрагиваться кисточкой с лаком до предыдущего слоя лака, чтобы он никуда не девался. Вот. Поначалу, возможно, будете портить чуть-чуть, но ничего страшного. Так, ну вот эти я не буду уже раскрашивать. Видите, часть раскрасила. Даем высохнуть лаку. Прям чуть-чуть даем высохнуть. Ну, желтенький зря раскрашивала, в принципе, он мне даже и не попал сюда. Вот, и получается, что у меня лак весь отпечатался. Почему? А потому что был нанесен ультрабонд, как клей, понимаете? И этот клей, грубо говоря, он потянул на себя лак, и все приклеилось. Потому что в обычной жизни, если бы я просто захотела отпечатать без ультрабонда, у меня уже к этому времени бы пересох лак, и у меня бы ничего же не отпечаталось. Вот, а оно отпечатывается. Почему? Потому что лежит ультрабонд слой. Все, сейчас нужно этой всей радости просохнуть. Вот, и так как очень много лака, чтобы это все у клиента не скололось, я рекомендую нанести либо два слоя чего-то, ну, например, два слоя прайма. А можно первый слой топ-слайдером, ну, с липким слоем, и по нему уже положить prime top. Так, ну что, я думаю, лачок подсох. Или давайте еще подождем. Нет, надо, наверное, еще. Вот эти вот штучки могут не просохнуть. Все, вот такими нежными движениями. Раз. Обязательно тут нужно запечатать торец. Обязательно. Так, откуда я взяла, во-первых, идею этого дизайна? Давайте посмотрим каталог. Напомню, обязательно покупайте вместе с новой коллекцией новый каталог.
Вы знаете, что пусть каталог не содержит каких-то сложных художественных дизайнов ручных, здесь очень большой ассортимент быстрых скоростных дизайнов при помощи простых техник. Отпечатывание фольги, работа со стемпингом, шармиконы, слайдеры. Понимаете? То, что можно сделать быстро и повторить любой мастер. Раньше у меня каталоги были с ручными дизайнами, но там, знаете, как было, мастеру, если попадался такой каталог, он боялся показывать его клиенту, потому что была вероятность, что он что-то не сможет нарисовать. Вот. А здесь повторить можно все что угодно, главное, чтобы были эти материалы. И здесь есть страница, которая посвящена цветочной теме, вот номер 24. Вот он, этот маникюр. Единственное, здесь, видите, использовался не неоновый желтый, а классический. И тоже, видите, градиент на фоне и градиент самих цветков. Отталкивались мы от этого платья. Это весенний-летний показ 2024. Вот, на подиуме сейчас очень много вот таких градиентов цветочных встречается. И вот, отталкиваясь от этого, мы с вами сегодня попробовали повторить вот такой вариант дизайна. Все, на этом наш мастер-класс подошел к концу. Напомню, что у нас сегодня с вами было и вот это, и вот это. И работали мы в рамках только одной технологии, только стемпинг. Вот, поэтому, имея стемпинг, даже одну пластину можно создавать бесконечное количество сочетаний принтов. Понимаете? Вот сочетаний принтов. Всем большое спасибо. Все есть на emyshop.ru, напомню еще раз, у дистрибьюторов. Зачастую бывают такие вещи, которые, например, в онлайн отсутствуют, они есть у ваших представителей в вашем городе, либо в вашей области. Все, всем пока-пока.